Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Это я, знаете, как знаток, пытаюсь придраться к своим детям. Нет, точку она поставила везде, на юг. Да? Вот это красная точка, ну, да? Да, да, да. Ну-ка, Лера, показывай. Эта точка не должна быть закопана. Раз, и второе, она смотрит на юг. Теперь сама обрезка, хотя и в горшках, все равно вот так вот посадить, и он где-то метр с лишним. Вот, все равно посадить такой саженец без обрезки нельзя. Впереди зима, ком земли все равно не гарантирует, что сок так и будет поступать на самую верху, и может надо прижиться на месте. Беспощадная обрезка вот примерно на этом уровне. Смотрите, выбираем почку хорошую, лист нормальный. Так, ну сейчас листья уже портятся от осени. Вот, и делаем вот такой срез немножко под, ну, 40 градусов. Вот так. Теперь вот это перевешивайте. Вот. Ну, Таня придет. А, знаете, что предлагаем мы давным-давно? Многие пачкают машины. Угу. Так, а, уже спрашивают. Угу. Значит, мы не замазываем. Мы замажем дома. А вы замажете дома. Обрезать не надо свежее, чтобы было, да? Больше не надо. Я делаю окончательную обрезку. Все, дальше вы забудьте про обрезку. Угу. Так. Смотрите, плодовые веточки видите? Угу. Знаете почему? Потому что прививка была на двухлетний саженец. Вот. Сразу закладывает, это год идет за два. Вот уже плодовые веточки. Угу. Вот. Так что ждите. Это вот с этими, вот это плодовое. Да, да. На следующий год зацветет. Она может сейчас зацвести, но это не серьезно. Хорошо, если еще не станет торопиться. Угу. Так, смотрите внимательно. Вот столько я отрезаю. Саженец поменьше. Примерно 1/3. Так, ух ты, персик взяли, я сейчас только сейчас заметил. Добираемся до персика. Дальше чуть покороче, чуть побыстрее. Чуть побыстрее. Ух ты, какой абрикос. Выходи. Да, ну вы, конечно, немножко это, скромностью не страдаете. Вот, я советую вам, знаете какие, это я говорю тем, кто увидит этот фильм. Серафимы, амуры, артемы. И самое крупное это баи. Это для вас. Остальное не с некоторой, некоторой этой. Ну, допустим, замерзнет и замерзнет. Питка! Гайка, да, 40 и больше. Питка. Ну, нам сказали академик. Я скучала по тебе. Он высокий, да. Но всему есть предел. И для него минус 5-7 заморозок, и вы без урожая. А так-то он, не замерзает. Так, не отвлекайся. Лера, это ты так снимаешь? Да. Или собакой занимаешься? Показывай. Это Верочка. Значит, здесь двухлетний саженец. Первый год. Так. И вот второй год. Теперь мы его что делаем? А вот это вот не третий год. Знаете, как он растет, интересно? До середины лета, потом похолодание, замер, потом снова это. Так, отрезаем сколько? Вот столько. Ты собираешься смотреть в глазок? Сейчас отберу по этот самый фотоаппарат. Вот столько мы отрезали. Так, и наконец мы добрались до персика. Так, здесь получается следующее. Он заложил почки цветочные. Если оставить покой, он бы уже на эту весну бы зацвел. Значит, к сожалению, вынужден сказать, что мы вот столько отрежем. Придется подождать годик. Ничего, главное, чтобы прижился вот. И хорошо. Зацветут, не зацветут, впереди зима. Вот вопрос. Но мы сейчас выключим этот самый. Будем снять небольшой фильм, сняли. Назовем его обрезка для гостей. И сейчас мы пойдем садить такой же саженец. И тогда, потому что все, что я сказал, человек, все замечательно. Если будете укрывать. Пригибать его. Все сейчас покажу. Все покажу. Он привитый, его замучает перегибать. Вы сразу будете садить почти горизонтально. Выключай.